Также у нас по утрам проходит планерка. Мы обсуждаем, что мы будем есть в течение дня. Вот коллектив перекусил и начинает высказывать свое мнение, да, по поводу травы. Трава хорошая. Да. Вот они все. А пастись кто будет? Да. Не знаю. Рассказываю то, что гусей боятся с детства. Вы не умеете общаться. Они очень дружелюбные. И самое интересное, защищают вас. Такие у нас гуси. Вот такие у нас гуси. Пасут они очень быстро, минут 15-20 и все.